Одним из важных элементов в работе в бою является силовая выносливость. В данном случае берем гриф небольшой, повторяю, не гонитесь за весом. И начинаем делать гребню. Сначала как вариант апперкота. Снизу вверх. Снизу вверх. То же самое делаем гантельками. Ладошки у нас вверх. И крутим. И, соответственно, второй вариант – это гребем вперед. Ладони также смотрят вверх. Именно в таком варианте, мы можем нагрузить переднюю дельту. Соответственно, то же самое делаем гантельками. Ладони вверх. И крутим. Все то же самое, как делали с ротанговым кольцом. Меняйте варианты, то есть чтобы тренировка была разнообразием, но не забывать, именно это для силовой выносливости. Поработали, отдохнули, тогда уже можно взять либо гантельки, либо гриф и поработать над взрывным действием, чтобы именно оно осталось в теле. Взрыв. Ищите, пробуйте.